Здравствуйте, друзья! На связи ароматерапевт, массажист Галина Попова и... Массажист Владислав Попов. Сегодня мы вам расскажем о том, как снять напряжение в шее при остеохондрозе, стрессе и сидячей работе. Прежде всего, вам поможет самомассаж. Для этого берете свои ручки, складываете вот так пальчики и делаете вращательные движения фалангами. Массаж шеи делается синхронно с двух сторон, слева и справа. Вращательными движениями ведем руки, проминаем аккуратно шею от основания черепа вниз по шее и до основания шеи, то есть до плечей. Это вид спереди. Сбоку самомассаж выглядит вот так. Проминаем аккуратненько. И вид сзади. Ручки можно поместить поближе друг к другу, чтобы получше промять шею и снять напряжение. И на этом все. До связи. Всем пока.